activated. Рад, что вы в порядке. Да, да, тоже рад тебя видеть. Ну и дыра же тут. Твой план сработал. Что, последуешь за Со? Что думаешь о плане Со? Он ввязался в заведомо проигрышную битву. Сомневаюсь, что помощь Вуки его единственная цель. Мне кажется, ему можно доверять. Может быть и так. Но он явно чего-то не договаривает. И помни, Империя ведет грязную игру. Осторожнее там, на заводе. Спасибо. Буду иметь в виду. Если этот план не сработает, нам конец. Мария обозначила на карте их гарнизоны. Имперцы не успеют выслать подкрепление. Все будет хорошо. Если сделаем все быстро. Были передряги похуже. Я уважаю этого человека, но нам предстоит необычная стычка в лесу. Надеюсь, мы готовы. Ладно, я гляну. Должен быть на другом конце траншеи. Проверим верстак. Может, найдем что полезное. Yeah.
Какое напряжение ты выдерживаешь? С таким трансформатором ты сможешь замкнуть имперское оборудование. Как ты там, Бедятин? Очень кстати. Кажется, нужна помощь. Понадобится помощь. Эй, беди. Я так, проверь. Эй, беди один. Thank you.
Джедай! Сюда! Снова перерабатывающий завод. Что империя делает с древесной смолой? Ничего хорошего. Они создают из смолы сильно действующую смесь и, похоже, расширяют производство. Остановим их. Таков план. Мы не знаем их цель, но силы врага слишком растянуты. Добытая карта это доказывает. Держи, приятель. Эти заводы также выполняют роль ужасных тюрем. Мы используем эти резаки, чтобы отвлечь внимание. А ты возьми свой меч и освободи находящихся там вуки. Нам понадобится их помощь, чтобы остановить империю. Понял. Будь поосторожнее. Слышал? Он сказал, нужна моя помощь. Пошли. Один из игроков. Они проводят какие-то учения? Может быть. Думаешь, нам стоит об этом доложить? Это будет нарушением протокола. Гости! Я не буду делать все сам! Его сложно подловить! Ничего у тебя не выйдет! Get him!
меня! Не останавливайтесь! Мне нужно задержаться! Кажется, ты в ловушке! Сейчас разберусь! Впервые вижу такого штурмовика! Тебе нужно... освободить муки! Не останавливайся, джедай! Вентиляция открыта! Вперед! Тесно. Да, иди. Они лезут сквозь стены! Огонь по гнезду! Там, над нами! Дальше наш черед! Расправимся с ним! Преследую врага! Что это там? Проверим. Ты точно хочешь подключиться к этой штуке? Ладно. А, там можно срезать. Вот почему ты хотел сдвинуть эту штуку. Ты не подозревал об этом, да? Ты просто хотел включить резак. Boy!
Иди сюда, BD-1. Вернись сюда. Это что-то полезное? Интересно, Грис бы это приготовил? Погоди. Ты нашел что-нибудь, BD-1? Thank you.
тысячи мятежников. Капитан передал. Они наступают. Это конец. У нас хоть преимущество в высоте. Что это было? Еще один резак потерян. Работающий резак рядом с тюремным блоком. Нужна помощь. Он пробивает дорогу и все крушит. Нету противника. Ты поплатишься за это! Там еще живы? Пока да. Почти добрались. Хорошо. Имперские сигналы тревоги раздаются по всей планете. Если ты не доберешься до пленников... Мы справимся. Я обещаю. Не открывается. Джедай вот-вот будет здесь. А наше подкрепление? Отступает. Хорошо. Сэр? Чем меньше память... Нашел ты! Слышь? От нас не скрыться! За Империю! Двигай! Я попал по нему? Надо атаковать, пока он отвлекся. Просто царапина! Не стоит его оплакивать! Умри, джедай! Необходима энергия.
Это путь в теневые земли? Должен же быть способ пройти. Ты прав. Мы не можем обыскать весь лес. Лучше вернуться к Со. Стражи нет. Эй, мы вас освободим. Помощь рядом. Рад помочь. Кто готов навалять им перцем? Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. Хорошая работа, джедай. Закрыто. Впереди. Мы совсем рядом.
Отступаем к темницам! Проверим. Темницам! Без звуки нам не справиться! Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Беди один. Thank you.
Вернись сюда. О, там что-то было. Вытащить их оттуда. Хорошая работа. Расправимся с ним!
Вуки отказывают. Тебе не убежать. У нас здесь нарушитель! Нет, давай! Открыть огонь! Я стреляю! Попробуй штурмовик! В атаку! За ним! Получен урон! Готовься! Гадай! Не хватает огневой мощи, чтобы пробить его корпус. Мы поможем. Это было тяжкое время. Мы потеряли многих, близких, родных из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи еще живы! Мы еще живы! Кашик еще будет наш! За свободу! Ты видел, что Империя сделала с Кашиком? Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай. Я польщен, но у нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл, я Марика Сан, а это командир Чойсик. Прости, я плохо понимаю. Чойсик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. Знаешь Тарфула? Он был в отряде Тарфула, но его схватили. Тарфул не может рисковать другими, чтобы спасти его. Он был на заводе месяцы. Чойсик поможет найти Тарфула, но тот постоянно в движении. Потребуется время. Большего я не прошу. Спасибо.
прослушивала переговоры имперцев и кое-что узнала. Возобновлен проект Бур. Вероятно, Империя вот-вот обнаружит еще одну гробницу Зефа. Похоже, у нас еще много работы. Думаешь, что и другие будут в порядке? Всегда остаешься оптимистом, да? Эй, спасибо за все. Эй, Цере. Кэл, рада, что ты цел и невредим. С нами связалась Мари Касан. Мы знаем, что ты не нашел Тарфула. Обожаю, когда мы впустую рискуем жизнью. Это чудесно. Не впустую. Мари и Чойсик прорвутся. Мне нравится твой оптимизм. Он бы нам всем не помешал время от времени. Эй, я тоже верю в свет в конце туннеля, который я увижу, если умру. Ты отлично справился, Кэл. Хоть мы пока и не нашли Тарфула, но ты спас многие жизни. Помни об этом. Спасибо. О, они красивые.
Куда хочешь, но не на Датамир. Место жуть. Назад на Зефа, а? Имперцы могли найти гробницу Зефа. Нельзя терять время. А, жаль. Один из бойцов СО говорил об игре с высокими ставками. Кредиты лишними не бывают, верно? Ставки? Грис, одумайся. Недалек тот день, когда сброд Гаксиона выйдет на тебя. Ха, эти оболтусы! Да я их за целый парсек учу. Твое увлечение ставками не должно создавать нам проблем с преступными синдикатами. Ты права, я знаю. Просто хочется иногда избавиться от стресса, понимаешь? Но это все в прошлом. Я уверен, проблем не будет. Так, парень, садись, мы почти на месте. Ты и я. Вместе мы неудержимы. Как тебе, парень, а? Богомол и Гриз. Каждая посадка безупречна. Можно и так сказать. Когда-нибудь управлял кораблем? Нет, только машинами разборщиков на браке. Ой, парень, тебе нужно как-нибудь зайти в кабину. Штурвал в твоих руках. Галактика на твоей ладони. Ой, это невероятно. Звучит неплохо, скажи, когда? Что? Не в мою кабину. Не на Богомоле. Забудь. Я просто говорю, что тебе стоит попробовать на чьем-то еще корабле. Что такое, Грис? Помнишь, ты завалил шагоход-разведчик? ATST? Ага. Ты типа с ним близко познакомился, а? К чему ты клонишь, Грис? Как насчет того, чтобы ты освободил один такой от Империи, а я его испытал? О, ты хочешь помочь, когда мы опять ввяжемся в бой? Что? Еще чего? С тобой боев не оберешься. Забудь все, что я сказал. Шторм тебя беспокоит? Не, меня много что беспокоит. Империя, кровожадные звери, непропеченная рыба Пура, но на своем корабле Гризи как в круизе. Это хорошо. Нас ждет еще много приключений. Да, но напоминать мне об этом не обязательно. Я могу побыть с кораблем наедине? Родная планета Зефа. Кордова, должно быть, провел здесь много времени. Кордова всю жизнь изучал историю галактики в самых разных местах. Он брал меня с собой в несколько экспедиций. Было познавательно. Он действительно верил в прошлое? Он верил в будущее. Но будущее без прошлого невозможно. Думаешь, Грис делает ставки на успех нашей миссии? Кэл, я за него ручаюсь. Тебе не о чем беспокоиться. Надеюсь на это. Когда я встретила Гриза, у него были большие долги перед сбродом. Я выплатила их. Все. Я думала, что все. У всех свои проблемы. Да, наверное, это так. Есть что-нибудь? Ничего нового. Все очень рискованно. Не думаю, что у нас есть выбор. Выбор есть всегда. Но те, чьи жизни Империя разрушила и подчинила себе, рассчитывают на нас. На тебя, Кэл. Я знаю. Рад, что могу положиться на вас двоих. И мы не подведем. Нужно поддерживать друг друга. Это единственный путь к победе. Подсказки Зефа могут быть где угодно на планете. У нас много дел.